Всем привет. Здрасте. Всем привет. Сегодня у нас уже 2 января. Сегодня мы похмеляться уже не будем. Нет, уже все. Все выпили. А вот съесть еще не все съели, еще доедаем. Вот, кстати, о том, что не все съели. Прихожу в кухню, а там лежит этот огромный фрукт. Грейпфрут. Да. И сколько мы принесли? За Рождество принесли. До 25 декабря. Лежит. Еле-еле. Вернее, не еле. Все лежит, да? Ну да, просто я не то что волнуюсь, а думаю, чтобы он не испортился. Потому что как-то мандаринку одну взяла. Она, смотрю, уже, скорее очистила, съела. Еще две мандаринки осталось. Едоки. Сколько ты их купила? Еще две осталось. Дедушка с внучкой бегают. Марш-бросок. Молодец. Вот такие сегодня планы. Сегодня мы гуляем, дышим. Хороший день, чудесный. Людей мало, хорошо. Да? Ветра нет, тепло. Нет. Отлично. Гуляем, гуляем, подошли к часам. Ну да. Я возмущаюсь. Вернее, вспоминаю, сколько раз бывало летом. Придут мама или папа с детенышем, что первым делом его сюда, оп. Да, они сами хорошо перелазят. Так, это можно, потрогал, не ломается, пошел дальше крутить. Следующее. Сделая замечание, то, господи, зачем я связывалась? И это не я одна такая вот. Вот болеешь, это сделали для людей красоту такую. Вот ходят как варвары. А что, говорит, вам мой ребенок мешает? Ну, я подходил так. Стоит ребенок, вот. Кстати, был отломан, я не помню. Ну, ребенок где-то такой вот не поломает. Крестик отломан. Это Тань. Уже эти взрослые хлопцы. А крестики стоят или нет? Хлопцы. Ну, деток что нельзя сюда пускать? Травма опасна, вот в чем. А эти дети это не сломают, это подростки. Пилили, ломали. Вот здесь был крестик отломан один. Все восстановили, это же все забирали, убирали все. Часы это как? Солнечные, не песочные. Солнечные, я, может, не так сказал. Солнечные часы, да. Вон ангел стоит. Так куда стрелка падает, значит. Столько времени. Объяснился. Если кто не знает. Оригинальные часы, да. Должно быть солнышко. И тогда видно. Летом здесь очень много людей бывает. Смотрят, любуются. Но во многих вопросах наши люди не доросли. Была бы здесь какая-то колючка, колючая проволока. И то бы порезали, порвался. Порвали, а так, говоришь, только нервы истреблись. И колючка не помешает залезть туда. Как? Ты что думаешь? И колючка-то не преграда. Наоборот, это будет манить. Вот самые так значимые места. Брест. Это такая памятный знак, как стела стоит на дороге на выезд. Это уже трасса на Москву. Ну как вот Брест-выезд. Брест-выезд, город, да. Ну, да. Остальные здания. Кафедральный собор там и торговый прочее. Центр. Торговый центр. И т.д. Это и т.п. Это Бресте вот, наверное, да? Я как-то показывал, да, все. Это ворота Брестской крепости. А вот и театр, где мы были недавно. О, театр, привет, надо к тебе в гости зайти. Вот и театр. Посмотрим репертуар, может быть, и сходим. Конечно. Мне что-то опять хочется в театр. Конечно. Надо посмотреть, какие там будут спектакли. В театр или платье выгулять? И платье выгулять. У меня есть синенькое с такими блесками. Томаты консервированные, столичные, Ляховичи, Беларусь, 7,86. Зеленые помидоры. Нормально? Нормально. Масло рапсовое, 5 литров, 21 рубль. Что-то у нас в центре города, яму роют. Авария, прорвало, надо будет работать. Таня говорит, что-то прорвало. О, какую вырыли котлованище.
А мы идем на елку, ребята. Пойдемте вы с нами. На елку, на елку. На площадь. У нас, ребята, тепло. Сегодня 4 градуса. С утра гуляли с мамой. И, как я уже сказал, идем на елку. Вот такая вот улица. 47. Так. Ну, это архитектура улица Карла Маркса по-своему. На пересечении Буденного. Неповторимая в Бресте, да? Здесь и польские строения, и старые дома, уже отреставрированные, новые. Выше, наверное, строить, скорее всего, не разрешают. Сделали пристройку на основе старого здания. Второй этаж пристроили, третий. Что-то такое вот. Ну, необычно, в общем-то, красиво. Это, по всей видимости, еще польские здания, вот это вот, польское строение, но уже отреставрированное. А, ну да, тут вот еще что-то даже написано. Пиво, магазинчик был, лавка. Пиво, лимонад. Лимонада, магазин, склеп, по-польски магазин, если я не ошибаюсь. А слева у нас по курсу политехнический колледж, да, Таня? Да. А, ну да. А дома интересно у кого-то. Новый год, гирлянды. Театр кукол. Прямо театр драмы. Вот эти тумбы с деревьями стояли там вот на площади Ленина, куда мы идем. Сейчас посмотрим, есть они там или их убрали специально с этими кипарисами. Это не кипарисы, конечно, но это я так называю их. К театру кукол мы не пойдем. В общем-то, там ничего нам не надо, издалека так полюбуемся. Машина пибикает, поворачиваем голову, две женщины шуруют на красный свет. Это хорошо, в одном ряду машина остановилась, а с других рядов едут на скорости. Вот так бы как, ну да, непонятно. Заговорились. Что? Да, мы заговорились. Как они приняли решение пересекать дорогу? Они, может, на зеленый пошли, но вряд ли. Вряд ли. Это что за магазин? Авто. Авто. Слева по курсу БСМП. Брестская больница. Городская скорой медицинской помощи. Обувь и сумки. Ну и скоро уже будет елка. Справа от нас костел. Я думаю, чуть попольше будет, чуть попозже включат подсветку.
Вот мы, ребята, уже на объекте. Центральная наша площадь. И музыка заиграла.